Не устраивайте преждевременной истерики. Если вы уже не можете не переживать, то переживайте молча. Это цитата из фильма «12 стульев» как нельзя лучше передает праздничную атмосферу, которая сложилась из-за пандемии 1 апреля в Одессе. Карантинная юморина проходит онлайн. В центре города пусто, настроение у людей подавлено. Наибольшее скопление из сотрудников интернет-доставки еды на Дерибасовской. Но при этом важно не терять внутренний позитив. Так считают настоящие одесситы. Это уже не первый случай отмены или переноса юморины. Первое карнавальное шествие в Одессе прошло в 73 году, но спустя 3 года советская власть на 10 лет отменила празднование под предлогом того, что город не справлялся с многотысячным наплывом туристов. По другой версии, массовый манифест был похож на майские демонстрации и тем самым высмеивал трудовые шествия. Также отменили юморину в 2014 после событий на Майдане. Проводили ее одесские комики своими силами, пока в 17-м фестивалю не вернули официальный статус. Мне как раз повезло. Я закончил Одесский университет, механико-математический факультет. И в тот период, когда первый раз юморина была отменена на много-много лет, именно 1 апреля у нас был день факультета, и юморина на нашем факультете по-прежнему продолжалась. Когда ее отменили в 2014 году, тогда я помню Георгий Делиев, Борис Барский и все маски сделали свою комедиаду, и таким образом как бы сохранили этот праздник. В этом году юморину решили провести удаленно. Всем желающим предложили целый день следить онлайн за концертами, архивными шествиями, видеообращениями или записями легенд юмора и сатиры Михаила Жванецкого, Валерия Хаита, Романа Карцева, Георгия Делиева и многих других. Дорогие друзья, от всей души поздравляем вас с праздником юмора и оптимизма 1 апреля. Известно, что смех удлиняет и утолщает, а грусть утоншает и укорачивает. Да что там говорить, наш юмор лечит и жизнь продлевает. Дорогие друзья, будьте здоровы и счастливы. Всегда ваши Дом клоунов, театр Маски Шоу. Несмотря на день смеха, большинство одесситов карантин соблюдают. На улицах города пусто и грустно. Из наиболее веселых людей на Дерибасовской – велосипедисты с картонной коробкой на голове. Скопление доставщиков еды перед Макдональдсом и туристы из США, которые удивились, почему мы в масках. Quarantine? No, it's all you good. You know that. Probably more fun down the beach, so. Как вообще вот поднимаете себе настроение? Защищаемся. Настроения никакого, вот защищаемся. Есть максимальный уровень защиты, есть минимальный. Автоматика. Как, несмотря на карантин и этот коронавирус, все равно сохранять праздник в душе? Вот, коньяк. Коньяк. Средство просто как мир. Конечно, отмечаем. У нас, смотрите, какое прекрасное место. Каждый день отмечаем. Особенно после 10 вечера. А так все нормально. Ну, отменили праздник. Ну и слава богу, нету разукрашенных всяких ребят, симпатичных, несимпатичных, приезжих и так далее. Спокойнее. Я надеюсь, что у нас юморина вот такая будет классная, что у нас такие у одесситов будет сезон пляжный нормальный, что мы сможем полежать, где мы хотим, а не постоять в тенечке. И когда, извините, тут по Дерибасовской после 12 ночи вот так вот мусора, ну не очень приятно, не очень. А так огонь, чистый город. Ну а так у вас сейчас вообще во время карантина работы побольше прибавилось, да? Да, да, но мы не хвастаемся, а то взглазим. Некоторые одесситы считают, что юморину нужно было перенести и провести после пандемии. Но и здесь мнения расходятся. Вообще 1 апреля – это не самый, с точки зрения погоды, лучший день для такого праздника. По-разному бывало. Бывало и плюс 17, а бывало и минус 4 в день юморины. Всегда есть соблазн, давайте это сделаем в мае или в июне. Но те люди, которые ее придумали, придумали ее 1 апреля. И из уважения к этой истории и к этим людям, да, это сложно, да, это трудно, но вот зато это уникально. И поэтому ее надо сохранять, значит, в следующем году будет. Мы же рано или поздно пройдем всю эту историю, и жизнь наладится, и дети будут бегать по детским площадкам. И мы будем сидеть в кафе, и юморина тоже будет. И советов, чем заняться дома, чтобы побороть скуку, чтение стихотворений, физкультура и просмотр комедий. Как вы сегодня будете отмечать юморину? Юморину дома. Дома буду отмечать, потому что, к сожалению... Ну, что у вас сегодня в программе праздника? Праздника? Я думаю, посмотрю хорошие фильмы, ну, комедийные. Какие посоветуете комедии посмотреть? Чтобы посмеяться хорошо от души-то. За двумя
зайцами, 12 стульев, ну, самогонщики. Атмосфера не так, как всегда. Заявляю это прямо. Лично мне Одесса мама. Мы по всем приметам с ней родня. Если хочется вам песен, их немало есть в Одессе, потому что моя мама вся в меня. Ну, примерно так. Хотелось лечь, прикрыть бы телом родные камни мостовой. Впервые плакать захотел он, но командир обнял его рукой. Ты же одессит, Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Сохранять внутреннюю гармонию, с юмором справляться с напряжением и проблемами – это талант, присущий настоящим одесситам, таким как Леонид Утесов. А если праздник в душе, то никакой вирус не отберет у нас юморину. Дмитрий Богомолов, Константин Нищерет, телеканал «Репортер».